Не, ну там понимаешь, да это понятно, это плюс 4, оно как бы и проще. Дело все в чем? Дело не в том, что вот, во-первых, они собирались 2 часа, во-вторых, вылетает у двух людей интернет, блять, вылетает. В-третьих, подтупливание какое-то идет жесткое, нахуй. Там из всего рейда, ну, 4 человека нормально все делают. Вот я и 3 еще человека, РЛ там, блядь, еще 2 тела. Они не слакают, ничего, не тупят, нахуй, они все знают. Остальные, блядь, где-то что-то ошибку допустил, все, вайп. Как бы это пиздец просто. Заходите, заходите, Гнидыч, заходите. Погнали, только давайте не будем хэм уже собрание делать. Очень много времени Ну, потеряем. Да будем. лучше Вы это пока до 12 потыкать. сидите все, нет? Сможете? А Ну, давайте собрание в вроде. хеме сделаем. Давайте, знаете как? Это. Чтоб сейчас пойти Т8 было быстрее полутать, пойдем в Калагарна, а в конце уже, сейчас сколько у нас? Ну вот если мы до 12, я думаю, мы, если за часик 4 хранителя убьем, это будет хорошо. Мы полутаемся. А в конце уже, когда останется там 40 минут, там полчаса, там пойдем убьем это ебаное собрание. Просто сейчас, если мы на собрании пару вайпов допустим, мы, блядь, пройдем время дохуя. Блядь, извините, что так нахуй получилось, это пиздец. Я думал, там не будет такой хуйни. 2 человека с интернета вылетают. Я, блядь, не знаю, нахуй, что делать. Но я там, блядь, как бы тоже, нахуй. И оттуда ушел, и отсюда ушел, блядь. Пиздец вообще, короче. Смотрите, на следующую неделю, воскресенье, значит, все смогут играть в воскресенье, допустим, в дневное время. Не вечер, а с часу там, допустим, до 7. Или с 2 там до 7. Именно Посмотрите. это воскресенье или вообще? Ну, как бы, ну и вообще, ну, блин, вот именно это, например, воскресенье, потому что там эту десятку они хотят. Если типа вы не сможете быть днем, то я тогда от той десятки откажусь. Потому что, ну, блядь, вот эта хуйня, типа в один день, чтобы две десятки ставить. Вы где там, кстати, стоите? А, мы идем. Пошлите трэш-кулгарни. Пошли к трэшу. Чего мы тут стоим? Короче, я там эту табличку скинул на какое там число? 13 или какое там, блядь, на воскресенье ставим. Ну потому что что у нас, вот я на сутках, четверг первый рейд, пятница второй. Вообще как бы и пятница может быть, я не знаю, если вы будете в онлайне, где-то там в игре, ремонтника ебашим, зеркало. Скажу за себя, в пятницу я точно не. Ну вот, пятница отпадает. Ну, воскресенье сходим. Так а там видишь как? Я-то и в тот рейд хочу идти. Это, конечно, мои проблемы, блядь. Я персов понаделал. Я просто, видишь, я бы на одном персе не смог играть. У меня, вот, когда я начинал рейди, там, в 10-х, 12-х годах, у меня был вар. Я играл сначала танком, потом сказали, что вары говно, танки. Да я и особо танчить не умел. Делал курика. Шлем там собрал, все. И типа, мне нравится класс вара. Ну я типа там все дамажил, там, учился там. Потом у меня их стало 3, блядь. Я сделал еще одного отдел. Одного мне отдали, и стало их у меня 3. И потом я стал делать персов всяких. БДК, Лока. Потому что, ну, реально заебываешь. Сидишь, одних и тех же кнопки нажимаешь. Я не знаю, типа. Есть люди, которые им нормально им столько играть. Бьем тело, когда руку хватает, руку разбиваем. Где этот пидор? Куда он делся? А вот он. Ходите за линию вот сюда, за этот, за рыбу. Типа, чтобы воротами вас не прищемило. Лапку дайте там. Подолгу рыбу не ешьте там. Сейчас, секунду. Дай там вас ассиста или что там, чтобы проверку давать. О. Все там, кто в каких спирах? Шипы, ну ладно, поехали. Пиарим.
Я не шотник никогда, вы вообще не переживайте. Вам рейд надо будет сейчас захилить. Вот, поднимайте просто рейд и все. Если луч прожимочки своей, допустим, если маг видишь там, вот в руку свечнулись в левую, ставлю звездочку, чтобы вы не путались. Называется правая, та, которая хватает людей. Вот, когда выкинула с руки, бьете дальше туловище, не кидайте дот на руку, а то вы разобьете ее, будут мобы, надо будет миликом уйти, всем отойти от пуза. Если такой призывет, старайтесь побольше босса ДПС давать. И руку бьем, хила выбиваем. Значит, сейчас, когда ударит рука, готовимся. Давайте лучше бежим. Давай гимн на ХП приз сразу, чтобы захилить это все. Тур еще сильнее бьем, чтобы 50%, блять, пиздец. Так, руку, которая без звездочки, тоже подбивайте. Будем стараться две руки хлопнуть на 30%. Подбивайте мультидоти руку без звездочки. Захиливаем. Сейчас хватит, еще раз выбьем человека. Давайте. Так, вас на тебе стрим. Разобьёта звездочку бьем, и ту руку тоже бьем, и две руки сразу бьем, босса не трогаем, только руку бьем. Звезду сейчас выбиваем человека, быстрее, быстрее бейте, то задушит он. Он душит через 15 секунд. Правую руку тоже бьем, и левую, и правую, со звездочкой и без звезды. Захиливаем, просто руки, в другую переключитесь, руку без звезды, вот, и ту руку добивайте сразу, одновременно две руки, вот, заебись, и добивайте эту. Сука, он схватил. Отходите от мобов, отходите отсюда. С мелизоны ушли все, милики ушли. Я один тут постою. Язык подал. Отлично, отлично. Вот, отлично. Сейчас бы эту левую руку на метку сейчас. Сейчас бы триню, блять, которая не падает никогда. Как она, вот эта вот, которая, знаешь, снижает затраты маны, 100 духа. Прям охуенно. Интеллект крит. Надо тапки кому-то? Забираю, короче, распрягся. Чарить надо, потом сетки делать. Скран одежды, да. Кошатница. Значит, сейчас сюда спустились направо, где урна стоит. Сюда прячьтесь за стенку. Я двух мобов веду. Под мордой мобов не находитесь. Убить мобов одновременно. Сейчас петух постоял. Все, бьем. Тайминга для сакры? На какого босса? Есть какой-то, ну, КЗ. Там на полугарный. Есть, есть там. Ну, типа... Блять. Я не помню, то ли 30 секунд периодичность у него, ну такая стандартная какая-то, то ли она меняется, я не помню, от чего она зависит, может 40. Вообще с 30, ну так, на глаз, должна быть около 30. Надо здесь замерить АФК стачку. Я знаю, на Мемироне огонь, ровно 30 секунд тайминг. Так, что вот. У вас по мане? Кошатка тут. Пошли, хуя, да, эту дуру ебаную. Кошку сразу бьем. Поставил звезду. Все с дерева сразу резай. Я не сдохну. Если что, бабл на этом боссе с пула прожимай, сразу иннером удай. Кошек убивайте этих. Нормально будет. Они когда прыжок на вас делают, вот, лишь с дерева прыгнул. Они вешают этот кровотечение. И оно вот убивает, но сильно бьет. Вот сейчас на Лока кинулась. Поэтому в первую очередь дергают. Все, стоит под мордой. Стоим под мордой. С черного луча вылезет этот.
это просто увешим. С черного луча босс призовет черного луча. И зит кошка. Кастанеза застанешь. Вот луч. Она тоже может шотнуть, обратить внимание. Я как бы стаунтил. Набираю там огромные все. Тотем трепета, смотри, убьет. Сейчас, если что, обнови. Так, эфир. Когда кошка умирать будет, появится черная лужа под ней. Все, уходим. Все, в лужу теперь заходим тогда. Быстренько в лужу заходим и сразу вести бульпортуемся. Ой, блядь, обвалившись. Заходите, кто там? Приз, заходи. Заходим. На кошках, когда этого босса пулит, они сразу прыгают на хилов. Прям сразу. Вот на слез дерева, на этого самого. Значит, прожимаешь дубовую. Как только увидел анимацию, кошка к тебе прыгнула. Там да я просто поднял Берил и пытался ему Иннер сунуть. Да, это понятно. Не, я тебе ничего не говорю. Это, типа, на будущее, типа, смотри. Вот. Кастанэ бабл с пула. Потом, когда кошки эти умирают, там уже, ну, мало что может шорнуть. Обвалившиеся где. Вот. Самый беспонтовый момент, это потому что кошки прыгают. Они не станятся. Вот эти. Первые. Дикий станется, но он тоже прыгает и тоже вешает кровотечение. Тут нужен бабл. Либо 50 на 50 хуяриваешь. И прохиливать надо. Частицу. А я даже не знаю, блядь, на кого. Ну я. Блядь. В принципе, меня тоже пробивают. Ладно. Все, идет эта курва. Вставайте здесь. Вот за угол, за стенку зайдите, я эту курву спулю сейчас. Спрячьтесь там, кто там на рыбе сидит. Все, она идет. Готовимся. Вот я незыбку прожал. Сейчас по, все тумаки по мне прошли. Давайте вот этих двух кошек, у которых меньше хп, в нее переключайтесь и быстрее сливайте. Быстрее сольете, это слабее станет кошка. Замечательно. Быстрее. Хуярим кошку эту. Все, и босс остается. Так, что у нас тотем есть? Сбиваем. Дикий защитник случал. Он тотем трепета может убивать. Так что смотрите. Если он исчезает, с бафом переставляйте. Это просто улетает. Со мной на вы? Ну, это. У меня привычка такая. Так. Таунчу, ЛПшки жму, блять. Меня пизди, не пизди никого. Лишь базуку пизди. Смотри, глыбы хуярь. Быстрее глыбу. Захуярит. Отходим. Лужа, отходим. Так, ну давайте. Перед мордой встаем. Давайте, знаете как, наебем систему. Идем вперед. Наверх идем. Эта кошка, пока она нас даже не увидит. Сейчас она будет резаться. Сюда встаем на треугольник этот. Перед мордой сюда стоит. Вот она лестница, будет внизу в луже. Она встанет сначала, потом у нее над головой появится красная надпись. Там, дикий защитник. Пока он до нас дойдет, блядь, мы с, это. Вот, смотрите, резнулся. Я уже нажимаю тау. Вот. И теперь ее пиздим. Я базуку захиливаю. Жму все по КД. Этот таунт, притяжку. Опять базуку выбрал. Стаунтил. Отходим. Умирает, отходим наверх. Быстрее наверх идем. Вперед меня. Лужу даем в эту хуйню. И встаем здесь. Че, сейчас мы уже запиздим эту курву. Можем даже дальше провести. Сейчас потихоньку идем вперед.
И пока этот код до нас идти будет, он заебется. Мы уже захуярим босса. Вот тут встаем в уголке в этом. Встаньте, это. Так, антифира нет, нихуя. Сука, антифира. И кошка идет. Так, стаунтил. Базуку захилим, креветку захилим. Все, кошку не бейте, похуй на нее. Просто 100 тысяч босса. Если что, притяжку можно, наверное, дикого. Все. Этот. Прыгаться, если надо. Какой там у него пояс? Крит хаст. Да не, это буешка, нахуй, я спизжу ее, блядь. Так, латы. Что там, меткость РП тоже у нас будет. Так, ходор. Ну, на ходоре вы знаете. Блять, рога пиздец, конечно, слабенький. А чё, с какой гильдии рога? Без гильдии? Он тоже можно позвать, если он ходить будет у нас. Так, аура. Давай подумаем. Ну, хуй знает, блядь. Вообще кастерская, как бы она приоритет, если Роланда поставит тотем от льда. Смотри, вся трудность, короче, знаете, в чем будет? Тут будет момент, когда босс повешает на себя ледяные дуновения. Вот этот момент надо увидеть. Если я его не увижу, и вы не увидите, то мы выпадемся. Потому что когда он будет юзать эти дуновения, нужно будет огромный захил по рейду хуярить. 20 секунд они длятся. Там по 4000 дамага, там раз в 2 секунды или раз в 3 секунды от льда. Вот. Сакра, у тебя есть? На эти, на сугробы не наступайте. Это гнидыч. У тебя есть протоветки сакра на хпале? Есть, да? Вот. Ее надо будет отдавать. Мастера Урзалупа. Лучше этот. Ставь. Как он называется? Пускай кастерская стоит. А от льда тотем Нуроланда поставит тогда. Вот. Ну и все. Там надо будет, короче, как? Вот пойдет этот каст дуновение, он будет один, скорее всего, потому что мы там его убьем там пару раз, большие глыбы упадут. Прист, смотри, прист. Там будут на одного человека кидаться молнии, он будет электрическим разрядом. Сейчас подождите, назад отошли. Сейчас он уйдет, этот пидор, и мы пройдем по левой стенке. Назад, сейчас он уйдет. Это, значит, смотри, запоминай. Значит, электрический разряд кидается. Если на тебя кинется, и ты далеко от всех стоишь, то подойди ко всем, поделись бафом. На 3 человека делится, или на 4. И будут лучи белые. Лучи белые. Когда в них заходишь, или рядом с них там стоишь, там 2 метра. Пробегаем за звездой и вперед. Если этот будет, загробник забанишь, если он к нам пойдет. Тут стоим в звезде. Подходим к звезде, чтобы я могу. Вот, лучи, в них хоста. Когда хоста у тебя меняется на ШП, я думаю, ты знаешь, да, как за ШП играть. Хоста меняется, сразу перевешиваешь палец чуму. Знаешь, да, плюс эту хуйню? Чтоб ты большой ДПС дал. Остальные не знают, это помага. Таланта. Подамажим. Все, ну типа быстрее 3 минут убить. Большого зергаем, если мы не баним, вот сразу через него играем. Так, откинул, надеюсь. О, Вермунгаров, да, беги сюда. Бегите сюда с червями, с этими, там не стойте. Бегите сюда. За меня уходите, чтобы мы вы через меня шли. Я уешу всю эту парашу.
Вот, и будет костерок на полу. Ну, на костерок в основном, смотрите, хилы и кто-то встает. Когда вы встаете на костер, на вас трескучий мороз не стакается. Особенность боя еще прист. Надо постоянно двигаться. Если ты встанешь на одном месте и долго будешь стоять, будет настакиваться трескучий мороз. Это будет и замедление этого ходьбы, по-моему, немножко. И будет стакаться урон. Чем больше ты простоишь, тем больше по тебе будет бить. Берите камень. С пула надо будет сначала разбить эти глыбы. Потому что мобы в глыбах дают бафы. Все, которые я говорил. Три бафа. Электричество, луч света и костер на полу. Костер очень сложно заметить на полу. Смотрите, замечайте. Если вы встаете на него, на весь рейд вешается дамаг. Увеличение урона. В столбах хоста. Критический удар от молнии. Все бафы словите, дадим Геру. С пула разбивают сначала 4 глыбы, потом босс бьется. На ледяных дуновениях. Если я не саношу, то вы саносите. Смотрите внимательно. Сразу дубовые кожи, глыбы, всю хуйню. И прист, я скажу, когда гимн на хп, если будут проседать. Ну или сам по ощущению споешь. Все, пошли, бейте глыбы. Великий, а уешь эту всю хуйню. У вас там луч, когда будет, постараюсь подвести, дать тебе силы. Здесь набьешь нормальный ДПС. Я прыгаю, если что, типа, медики, если какие-то проблемы там, диспелим эту хуйню, вот. Вон он луч, вон он луч. Смотрите, если в луч падает глыба, сначала ждем, чтобы глыба упала. Глыба, осторожно, не встаем пока в луч. Сейчас она упадет, и заходите. Так, вас даю истерию тебе аккуратненько. Скоро будут большие кучи сверху падать. Сначала с них надо отойти. Не ловите этот дамаг. Не ловите, говорю. Сначала с них надо отойти, а потом на них на сугробы зайти. Смотрите внимательно сейчас. Как звезда делает, делайте. Чё, кстати, с Герой там, блядь, выставили? Ладно. Да. Вот, ледяные дуновения. Готовимся. Сначала отошли. Сначала отошли, рядом стоим. Зашли на сугробы быстро. Гимн на хп хуярит, пока не поздно. Теперь сначала глыбы разбиваем, сначала глыбы разбиваем. Сначала глыбы все быстренько переключились, разбили, они нам бафы дадут. Из дерева креветку рез, дуновения закончились, быстрее. Резай креветку быстренько, лапку ебани. Хуярь креветка, в луч встал и хуярь. Геру, и пробуем, ну я хуй знает, что там у нас время. Минута есть, минута 20. Все, пробуйте. Я прыгаю, типа. Милики, бьете и прыгайте. Не стойте на месте. Все, давайте, пробуйте. Должно получиться. Значит, выходим. Мгновение. А, не, вспышка обычная. 5 метров. Зашли на эту хуйню. Пробуем нулям добить. И что время? Время есть, хорошо. Уже вспышки не бьем, уже просто босса бьем. В лучах стоим, которые последние остались. Хосту увеличивают. Я подвел специально. Все. Ну это самый простой хэм. Самый простой хэм. Так, ну, кастанеты единственные. ГЦ. Кому этот щит надо? Еще жрец есть. Кто есть? Я помню. Это на танк. Так, что там выпало? Паладин, жрец, лок. Так, сколько у нас паладинов? У нас здесь паладин, у нас здесь жрец, у нас есть лок. Штаны, значит. Штаны. Штаны. Рольте штаны. Кастаны 31. Запомнил. Себе тут? Да, мне не нужны. Красавчик. Кастанэ выиграл. Это хорошо. Ну там, конечно, не сказать, что охуенные какие-то штаны будут. Этот рога тебе надо, вот этот плащ ебаный. Да. Единственный, кому он нужен. Остальные потом. Так, как, какой он платье? А вот. Или этот.
Так. Ну, погнал Тори. Не, не хочу Торима, давайте его в конце. Этот. На Фрею, давайте. Где Калагарна убили, там потанитесь разжире жизни. Ну и второй токен. Сразу престол отдаю. Так, хомус какой-то. Второй токен есть? Да. Ну второй такой же. Ну схема, два токена всегда. Так, Роган, тебе еще тут вот такая хуйня. Тебе нужен этот лук вообще? Сейчас скажу. Тут, короче, меткость. Не, да по-любому нужен такой. Хорошая тема. Сейчас оранжерея жизни. Короче, тусиби. Там будет этот плеточник. Цветочек большой и цветочки маленькие. Вот тебе надо будет подбегать на коне и кидать изгнание на большой цветочек. Это сейчас, который вот ходит? Да, в этой, в оранжерее. Все будут и бежать к рейду. И все будут это самое. Скам подбегут. И маленьких бить. Да, вот он. И смотри, стой между ним и маленькими. Если что, перебанил. Потому что он может с бана выйти. Он когда подойдет, эти цветочки будут мало урона получать. А он сам будет расти. Все, давайте захуяриваем. Все, бан как снимать, знаешь? Конечно. Ну и это, и на пачках вон, которые будут, знаешь, кого бань? Бань этого. Дерево ебаное. Блядь, кастует всякую хуйню, грозу. Выбери его заранее. Энд, а, который? Да, не, ну да, деревяшка, короче, эрдру. Хранителя жизни бьем впервые. Алена. Хранитель жизни — это вот этот дракон. Его зергаем, потому что он, когда дыханием, он яд решит. Так, вроде успел ему как сбить. Потом уже кентавра ебан. Вот тоже ему старайтесь казбать, много отлично. Красавчик. Короче, хрем. Можно сделать хрем. Спекница. Ну раз вы робота везли, значит вы убьете. Потому что его даже в 2 можно сделать. Ну я, наверное, спекну ПЦшника. Я даже не знаю. Да, тут ДПС у вас хватит. Мы... У нас 5 ДПСеров хороших. Вамага, лок. Элем, вас. Очень хорошие ДПСеры. Хэм можно сделать. Так, пошли тогда. Так, цветочки, цветы. Короче, бань этого плеточника аккуратненько. Отлично. Сука, тупая запустилась. Значит, смотрите, это. Сагрил. Бейте мелкие цветочки. Цветочки бейте. На босса не обращайте внимания. Цветочки убьем. А, сейчас же, блядь, придут еще все мобы. Сука, хуёво. Ладно, ложимся. Сука. Ебучие мобы. На меня всегда мобы агрятся. Даже если не я пулю. Я не знаю, в чем дело. Это какая-то неприязнь к ночнорожденным. Там умерли все? Умирайте быстрее. А то мы сейчас будем бой ловить. Стоять ничего не делать, и все равно на меня агро пойдет. Я тоже не знаю. Ну, почему-то приз на тебе бой показывает. Выйди из льда и зайди обратно. Скинется. Вон тут цветок нахуй стоит. Какого? А, это корни нахуй. Сейчас убьем. Они, наверное, на присте были. Все. Блять, еще так поставили, нахуй они ходят, эти мелкие цветки. А почему они у нее ходят вообще? Ну, блять. Не, не где ходить еще?
Мы сломали, наверное, все-таки. Сюда по стенке едем. Где вы там? Подъезжайте быстрее. Они сейчас сюда пойдут уже. Сейчас мы эту пачку убьем пока что. Выбирай дерево там. Энто. Блок. Подъезжай, приз. Скорее всего, они не пойдут, но некоторых мы бы убили и не запахались. Ну еще с пула убьем. А если чипка убить чету, с пула типа не убивая этих монстров. Нет, еще. Каких монстров? Трэш, что ли? Ну да. Ну это, наверное, мифик плюс, блядь. Мифик, сука, эпохальный какой-нибудь. Аккуратненько едем. Жаль. Так, вот тут цветка бань. Идем, идем оттуда. Оттягиваем их сюда, отходим к звезде. То же самое, вы знаете, что на пачках крыши делать, это не обязательно каждый раз озвучивать. То же самое и с боссами, вы просто когда приходите, вы уже все знаете. А босс приходит, да? Иногда. Кого? Ходит уже иногда. Кто-кто? Ну, Фрея. Не знаю, тут не ходит. Вообще в стандарте должна ходить полностью. Тут не ходит нихуя. Ну, цветок уже заранее большой выбираешь. И сюда оттягиваем. Або. Там он еще под землей, у меня теперь. Десятку всегда можно будет сходить. Всегда будет интересно ходить сюда. Тут, как минимум, когда остальные инсты будут выходить, мы будем сюда ходить. Я не знаю, это, конечно, это нет, это, ну, хотя бы, да. Это, конечно, знаешь, по желанию, конечно. Вот. Но тут есть ачивка. Посланник титанов. Она будет напоминать, как бить Алгалона в октопле. Это сложно. Дерево отлипать. Там нужно шмот, который 226, пухи 232. Ну, там почитайте, там интересно. Я читал. Вот. Это очень. Ну, оно потому что и разнообразие. Будет время, когда мы будем сидеть на контенте. Да, там, поэтому шмот себе где-то оставляйте топовый. Именно сборку. 39 туда шмот не входит. 39 не входит, потому что нельзя. Только 32 пухи. Остальное 226 не выше. А вот на ИВК десятку без смертей туда входит 39 шмот. Ну это редко, конечно. Вот на вот эти десяточки оставляйте, потому что это фановые, вот яд там или что там беспечите. Быстрее кого-то убить надо. А сколько там еще трэша?
Это поверхне и возле Фрейя. Так, ну я не знаю, будут у них или, сука, нет. Сейчас посмотрим. Приз пока в ДЦ спекайся. Ты что-то даже не знаю, блядь. Я могу попробовать, но, наверное, спулиться. Подожди, пока не будет. Забанить? Нет. Знаешь, как сделаем? Давайте фул рыбаху этот. Подходите сюда к звезде. Ну как сделаем? Я его притяну. Маг приморозит мелких. Фрею ЛПшку кину, вы бьете стража. Стража убьете, мелких бьем. Все. Три хила. Потом я Фрею туда отведу. На поляну вот. Так что бафы, все. Так, пристав, пивайся. Значит, очень просто все на Фрее. Будет дрожание земли, стопать каст. Если не стопнул каст, словил сало на 5 секунд, то это вайп. Дальше. Корни. У нас один паладин. Хуяришь фридом. Фридом в КД, значит, корни бьем. Друид. Меняешь форму. Маги. Блинк. ДКшники там, не знаю. Корни можно бить самому, когда сам в них стоишь. Не проблема. Рога исчезновения. Или еще там, блять, кош на плащ теней можно использовать. Дальше. Тут лучи, столбы света такие, которые вон тот фиолетовый моб ставит. Из них надо выходить. Метров на 10 от их стоять. Вот и все. Маленьких мобов по одному. Когда они умирают, взрываются на 4-5 тысяч урона от огня. Радиус взрыва каждого моба 15 метров. Вот и все, что вам надо понимать. Три больших моба, три цветка. Убить одновременно. Если дольше чем 12 секунд кто-то из них будет мертвый, а кто-то живой, один или два, он просто возродится с фулл хп. И дерево. Дерево спавнит грибы, под грибы встаете, увеличивается дамаг, и дерево кастует ауру сала на всю комнату. Если вы не под грибом, то вы ничего не можете делать. И будет кидаться деревом гнев природы. Гнев природы — это молния. Видите молнию от вашего персонажа, съебываете из-под гриба. Главное, чтобы вы людей не уешили. Вот и все, что вам нужно понимать. Все остальное — работа хилов, ДД, танк. Очень осторожно с... Лучи. Какие лучи? Я говорил. Очень осторожно с агро, когда три моба будет. И один танк. Очень осторожно. Так, теперь. Выдергиваю. Маги примораживают мелких, все фул ДД, все в страже. Сука, да почему он так близко-то подходит? Они что, не морозятся, не морозятся, что ли, или что? Заморозились. Пидоросня, блять, ебаная нахуй, сука. Били. Говно ебаное, блять, ненавижу, сука. Короче, цветки бьем, мелкие. Потом придем еще раз с пулем. Ебаная хуйня, блядь. Сука, вот как это бесит. Беги, малышка, беги! Или они не приморозились, я что-то не понимаю. Цветки мелкие. Че не успели приморозить. А, ну только блин, ну что. Я думаю, что они дошли. Умирайте. Че вы цветочки-то не хотите убить, вот эти? Убейте цветочки. Уже некому убивать. Хоть большого пидора убили, бля. Ебучие админы, блять. Вот нельзя было построить, чтобы она не пулилась так. Ай, сука. Давайте быстрее бежим, оранжерея жизни. Там же живем возле портала. И уже пойдем пулить босса. Босса не будете бить, цветочки сначала зауешите. О, рыба сразу жрём.
блядь, комар укусил вроде сутки назад. Что-то это, укус не проходит. Ну, в смысле, просто я что-то расчесался. Из-за того, что моб этот, блядь, с боссом пулится. Уже не в ту сторону, уже к поляне идем. Не налево, это не направо, налево. Туда. Так, баф у вас все есть, да? Смотрю. Готовы? Все, это курва идет. Босса не бьете, ваши цветки. Быстренько прям зауешиваем. Все, сейчас пока уеду ее. Выходим. Я не знаю, блядь, что сказать. Не повезло, зеленую, потому что вышли. Вот эту зеленую хуйню убиваем. Все бросаем, убиваем зеленую хуйню. Иначе она отхилит их. Ты не бегай, он тебя не шотнет. Ты стой, хиль рейд спокойно. У тебя не шотнет этот ебучий цветок. Помогите мне, дети мои! Да, это пиздец. Ну, сейчас нормальный пул будет. Стопайте хил, не бегайте, вот эту залупу не делайте, стоньте, встаньте в точку и сдохните. Видите, 4 тела лежат, тут нехуй делать. Надо вот это, упадите, встаньте спиной к мобам. Повторяем, это портал, рыба. Зато этот трэш, что нет, дополнительного. Смотрите, прист читует, друид вешает, умножение, буйный рост, так, чем он там хит? Ну, друид знает, я же ему объяснял вроде, так, друид заебись. Восстановление выкиньте с панели, я тебе говорил уже. Не кастуй его. Слышишь меня, с дерева? Не кастуй. Я его только когда надо быстро поднять, чтобы сразу пришел. Нет. 70% крита на этой фишке. Вообще, нет. Что-то переделывать надо. Если символ у тебя или что там на него? Нет, просто я привык, потому что там 70% крита, нет. И он сразу поднимает столб жизни, а потом вешаешь, обдутываешь. Смотри, послушай меня, вот это самое, это бесполезная хуета. Во-первых, долгий каст, во-вторых, оно висит долго, но хилит хуйню. Оно хилит, блять, меньше, чем омоложение. Вот сама вот эта фотка, которая висит, она хилит хуйню. Что тебе надо здесь делать? Тебе надо только омоложение и только буйный рост. Когда ты буйный рост в КД, и омоложение висит, ну, хотя бы на 8 целях. Ты подхиливаешь покровительством. Если ты видишь, цель просела сильно, ты хуяришь в нее быстрое восстановление. Восстановление, зеленый этот цветок, выкинь его нахуй. Ты его не юзай. Вообще сейчас не юзай его. Никогда не кастуй. Все, хорошо. Что мы сейчас... Не вообще. Оно тебе тратит ГКД, и ты от него... Ну, оно залупу прохиливает. На первом месте омоложение, на втором буйный рост. На третьем жизнецвет. Или покровительство должно быть. Под хилу. Просто ты теряешь время. Вот тебе ты два омоложения кинешь, и они захилят в 3 раза больше, чем одно восстановление, которое ты коснул. То есть, понимаешь? Не, я с тобой полностью согласен. Я его бросаю только когда надо цель поднять с красной линии. Потому что там 70% крита, ты бросаешь его там 3 треть. С красной линии, смотри, жизнецвет хуйни один разок. Если у тебя, допустим, на роботе метки выносятся, да? Или ты на мексне, этот танк перед станом, ты хуяришь у него 300 жизнецвета. Устранение яда вешаешь, он яд диспелится, и жизнецвет
за 7 секунд. Он поднимает столько, сколько 3 восстановления поднимает. Ну, я не знаю, ну не так, конечно, много, но оно за короткий промежуток оно много поднимает. Плюс, если ты жизненный свет повешаешь, он тебе половину маны вернет за него, когда он протикает. Он тикает быстро и хилит много. Омоложение хилит охуенно и тикает прилично быстро. А эта хуйня долго висит, 20 секунд, давай, и нихуя не хилит. Давайте детали и тонкости друида потом, погнали. Так, ну вы забафались-то за это время, да? Так что это самое. Щитки, этот самый приз. Хуяришь по КД. И все. Молитва восстановления. Ты там знаешь. И бринже друг от друга станьте сразу. Видите, сейчас два человека урон получили. Так, что там? Так, ну я стараюсь на это огромный. Мелкий цветок еще какой-то, что ли, не убитый. Зеленую елку переключили, стоп, не каст. Этому стал корни кидать. Сука. Ебучая хуйня. Одновременно давайте сливаем. По плеточнику ебаному больше. Я его в корни эти, в оковы кидаю. Быстрее этот урон. Быстрее ауешьте. Видите, они на меня уже бегут. Блять, пиздец, нахуй, сука. Все с дерева лес и ваза. Ну я хуй знаю, сейчас будем отключать. Сейчас будем отключать, значит. Отхилились. Все, не надо. Ложитесь, вставайте спиной и вздыхайте. Хули мозг ебать, блять. Хоть бы голды на починку хватило. Притык. ЛД осталось. Давай в этого шипешника обратно прыгай. Сейчас три дерева убиваем. Бежим на ходу, сразу бафаемся, на маунтов садимся, справа зеленое дерево бьем. На дереве уже, когда будем бить, уже бафнитесь. Подбегайте быстрее из портала на маунтов. Вызывайте там демона. Все, хуярим. Надо полностью. Надо полностью знать, что здесь происходит каждому. Как двигаться, что делать. Вот два моба там есть, грозовой и водяной. Обоим надо сбивать косты. Есть рога, есть ДК. Я это не могу физически делать, потому что я меняю цели часто. Я не могу это сделать. Я, конечно, могу, блять. Вот этот каст сбивается. Почему никто не сбивает? Только я сбил. Когда будете все знать, когда этим левелу всего рейда будет получше, когда свой класс будете охуенно знать, тогда будет хэп делаться, как два пальца обоссать. Сейчас быстренько проходим. За спятки лечь хэма этот. Да нихуя. Ну, вторым рейдом мы как-то убили с первым. Ну, ты понимаешь, что то, что ты видишь, это нонсенс. Потому что те люди, которые сюда пришли, ну, которые взяли в ГВП, они не какие-то бомжи, блядь. Да. Там написано, что нужно для приема. Что, чему должен человек соответствовать. Если, ну, ты что-то не знаешь, ну, это не их проблемы. Надо тебе рейды, ты будешь знать. Не надо, все, пиздец, сидишь, сосешь. Вот и все. Как бы, ничего такого, как бы пару раз обычный режим побить. Потом, если желание у людей будет, они будут стремиться.
Давайте подождем, чтобы Крис зашел там. Он не успел зайти. Ждет. Куда он зашел? Он уже свой рядец сидит, ждет. Ну когда этот умрет, только будет пускать. Нет. Сейчас ты зайдешь и выйдешь. Ты же возле инста стоишь? В карте посмотрю. Нет. Значит, ставьте шкаф. Ставьте в себе. Разбейте корни все. У меня это мой. Ну корни, потому что. Сумонька. Поехали на фиолетово. Тут очень много дамага. Луч 12 тысяч. Луч, который этот пидор ставит, 15 тысяч. От всего можно сдохнуть. Взрыв плёточки. Кстати, я, кстати, интересно, как если под лучом стоять, там дамаг повышается. Ну да, но потом вздыхаешь. Ну типа это когда люди слабо одеты были. Это самое. Вот здесь приготовьтесь. И панцирь был. Ой, блядь. Не надо так делать. Сейчас будет по пол хп отпускать. Сразу захиливаем. Видите, 5 целей. И сразу стараемся быстрее их поднять. Вот. Быстрее на фул поднимаем. Иначе не сдохнут сейчас. Вот видишь, уже сдохли. Хилы, я говорю, блядь. Привязываемся. Пиарить тут надо. Себя захилю. То есть он еще раз эту хуйню моментально кинет и пиздец. Приветку поднимаем. Лучи исчезли, следующие появляются. Их два всего лишь. Убили не Алгалона? Ну а хули его там бить? Да. Вот он мне хуй бить. Это не те убили. Это не те, с кем я был. Понял. Подходите. Сейчас у всех мобов хп меньше, урона наносит они на 25% меньше. Бумбам дают. Теперь хоть хп побольше. Приоритет зеленая елка. Потом все остальное. Под грибы. Милики в звезде. В морду бьем. Беги, малышка, беги! Ну, а уничтожить, конечно, не хорошо. Зергайте просто. Ёлка зеленая, видите все? Я метку ставлю, кстати. Она автоматически ставится. Нет, это я ставлю. Все равно ее видно всегда. Босса сейчас не надо бить, для тех, кто не знает. Там. Уберите, не бейте, это не надо. Вы впустую бьете. Вы ДПС накручиваете.
Ну ДПС не ДПС, это не надо. Не проки вызывать, ничего это. Крис, не бей. Не надо. Надо отхиливаться. Тут 6 волн трэша. 3 вида мобов. Видите, урон 2 человека получила. Луч этот. Вот этих пидоров просто зергаем. Косты надо сбивать. Вам говорил? Меньше по газовому, больше по... Просто нет, уничтите всю эту хуйню. Просто убейте. Здесь не такое восприятие времени, что стопать там что-то. Просто это уешится. Это на Мимироне сложнее, дольше это будет. Сейчас на метку не поставил. Мелкие остались, потом повторяются еще 3 раза. Пачки эти. В случайном порядке. Отходите отсюда, с центра. Ушли, они взрываются. Ушли, стопнули. Сука, вы что, тугие, что ли? Я вам объяснял, за что, чем. Зачем я вам объяснял? Вставалка есть, Орландо? Бейте за зеленых. Захиливайся. Захильте ее. Все с дерева резай, паладин. Блять. Вы поймите, это простую хуйню. Эти мобы не шотают. Их никто не собирает, они не танчатся, они меняют агро каждую 3 секунды, они скидывают агролист свой, они не контролятся, блядь. Вот, они примораживаются и размораживаются сразу. Смотрите, блядь, ваша задача, вот они вышли, не стойте в одной ебаной куче, рассоситесь. Я таунчу, у меня таунтов не миллион, я делаю что могу. Один моб вас не шотнет. Он бьет по 1000, блядь, это захиливается. А вот взрыв моба, зеленую елку переключились. А вот взрыв моба, он, это, 4-5 тысяч урона, блядь. Квас, не надо бить босса. Когда она захиливается, нахуй, не надо ее бить. Видите, вы рассредоточились, дамаг минимизировался, а вы... Когда до этого была пачка цветов, вы, блядь, все встали, 6 человек, нахуй, в одном месте, и взорвали 4-5 цветков. И подохли, блядь, 2 тела. Потому что это не прохиливается. 2 хила у вас. Вы должны думать головой. Что, как и бьет. Где и почему происходит. Если вы будете не думать нихуя, только по указке ярелов играть, вы будете хуёво играть. Не сможете нестандартные решения принимать. Зеленую елку, да. Так, хватоплет, беги от него, Рога, беги. Кинул эти оковы по нему. Хватоплет и РДД переключились все. РДД. Зергайте хватоплета. Быстрее, быстрее. Все, дерево осталось. Че за хуйня? Где оно? Чуть не вижу. О. Ну вот это спамил ты сейчас. Ты видишь зеленый, желтый чат? Сколько ты на спаме? Так, под гриб. Видишь, кастует как долго. Есть время по грибам разбежаться. Дерево ложится, потом бегаем с одного берега на другой, с этого на тот, с того на этот. Ну, скорее всего, мы его не убьем. Все просто, под грибом стоит, пока грибы есть, там 25% урона. Убьем босс. Так, найти истерию. То же самое все, просто в обычке больше урона добавляется.
стоп-каст, добавляются лучи и добавляются корни. Все. Просто больше способностей опасно. Так. Не успел. Так. Герой. Вар. Хант. Шаман. Ну ладно. На Энхана это собирает. Дух меткости. Так. Себе надо тебе. Да, нужен. Ну, спасибо. Поехали. Мимирона. Там все тоже легко. Ой, блять, я не знаю, как будете хилить. Там точно восстановление ньюзы. Это. Ну, надеюсь, прохилите. Если прохилите, то это хорошо. Даем. За счет того, что у нас ДПС больше будет, наверное, прожить должны. Но если еще гимн прочитаем. Последний портал из кровоображения. Не спускаемся.